же самой ситуации меня же вот именно здесь вообще забанили. После этого я написал то ли девчонка, то ли Фрей, то ли Донни, то ли так нагло, я не помню. Они такие, блин, тебя за этот, короче, за спам, как бы с пометкой спам. В общем, меня забанили, не посмотрев на них, говорят, ну, пожаловались. Я после этого вернулся, говорю, что за дела, ребята, я добрый человек, зачем вообще вы это делаете? Я больше никогда не буду разговаривать. А можно вообще о чем-нибудь о реальной жизни поговорить? Что-то как-то надоело слушать, такого забанил. Не знаю, для меня лично. Вам же тоже надоело. Вот этот вот журналист из дешевого издательства, вот газеты «Известия». И президент медиахолдинга. Он проводит сейчас запись. Он проводит сейчас запись, вот, устройся к нему на работу и сдавай ему свои записи. Ну, смотри, если ты гей, как он, да, то, может, тебе даже в ноги не надо падать, понимаешь? Вот. Особенно, если это газета «Известия». Этому человеку конкретно уже из LinkedIn Lab сказали, что если он не заткнет свое помело, понимаешь, его здесь больше не будет. Понимаешь? Ну не так вот, не так тебе написали, но тебя реально предупредили, чтобы ты... Интересная просто... запись. Да ты все прекрасно получил, понимаешь? Ты прекрасно получил. Конкуренция, конкуренция. 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 Здесь есть как бы админы, да, там кто может решить. Конкуренция, меня, да, конкуренция. И кого банить и кого нет. Кто... Нет, просто кто-то решил объявить, так сказать, свое слово против Василия. Сказать, что здоровая конкуренция? Собирание какой-то хрени, это здоровая конкуренция. Ну в чем, Вася, ну в чем же есть правда же в этом? Ну в чем же есть? В чем правда есть, скажи. Ну хоть в чем-то есть. Ну в чем правда, скажи, в этом, в чем, скажи. Да, ну в чем-то есть все равно, понимаешь, вот смотришь. Ну в чем, скажи, в чем, вот ты говоришь, в чем-то есть, наверное, есть, в чем, я вот тебя спрашиваю, в чем? Я боюсь. По пунктам можешь объяснить, в чем? Ну я боюсь говорить, я никто. Почему ты боишься? Ну я никто, я ничего не буду говорить. Ну бойся дальше, раз ты боишься, блин.